Считанные дни остаются до праздника Курбан-Байрам. В республике идут подготовительные работы к празднеству. И главный вопрос, конечно же, где можно будет провести обряд жертвоприношения в Махачкале. Муфтият республики отвел для этого в пригороде столицы две площадки в районе бывшего ипподрома, а также возле торгового дома Киргу, где и побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. На сегодняшний день здесь установлено 70 загонов. Каждая из них будет по 100 голов. А на этом месте пройдет сам процесс закалывания жертвенного животного. Буквально в 2 метрах пройдет разделка туши. Весь процесс жертвоприношения за одного человека займет около 30-40 минут. Стоимость одного жертвенного животного в этом году, по словам организаторов, ориентировочно составит от 6-7 тысяч рублей и выше. А услуги специалиста по забою и работа по разделке туши и распределению мяса по пакетам обойдется верующему всего лишь в 500 рублей. Полностью от начала до конца, от закалывания, и будут люди, которые будут помогать, как правильно с намерением прочитать, какую молитву прочитать, будут специально подготовленные люди, студенты, муталимы. Это все ему подскажут, человек разделает полностью мясо. Если желает полностью в пакеты, и здесь тоже предоставляются пакеты, завернуть в пакеты, забрать с собой. И если есть желание оставить здесь же на месте, для малоимущих тоже оставить. Таким образом забирает свое мясо, садится на машину и спокойно уезжает. Даже без, не пачкав руки, спокойно он может эту всю процедуру делать очень легко. На пунктах забоя будут обустроены стоянки для машин и места для молитвы. Организуют также бесплатное горячее питание и напитки. Все пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Цель духовенства – создать для верующих комфортные условия и облегчить им совершение обряда жертвоприношения. Прийти на место забоя можно будет всей семьей. Напомним, что праздник Курбан-Байрам в этом году приходится на 31 июля и продлится 4 дня. Хамза Нурмагомедов, Муса Салгиреев, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.